неочищенную свеклу запекла в фольге в духовке в течение 40 минут. Очищенную свеклу шинкую. Вот такими полосочками, как на корейскую морковь. Для заправки свеклы использую чеснок. Очищаю два зубчика, разрезаю, удаляю сердцевину и только потом измельчаю чеснок. Добавляю в свеклу измельченный чеснок, черный перец и соль. Заливка будет из смеси оливкового масла, яблочного уксуса и сока лимона. Сразу же добавляю заливку и все перемешиваю. Такая свекла даже вкуснее, когда еще немного постоит в холодильнике. Свекла отлично сочетается с многими продуктами, такие как брынза, сыр, творог. Я сегодня использую грецкие орехи. Буду измельчать в ступке. Вторым салатом стал творожный сыр со свежим огурцом и базиликом.